Как выбрать семена для производства семян? Очень важно знать происхождение растений, которые послужат семенниками. Нельзя использовать образцы, выращенные из семян промышленного производства. Как, например, гибриды F1 и F2. Генетически модифицированные продукты и все биотехнологические культуры. Семена с гибридов F1 и F2 не дадут такие же идентичные растения, как родительские. Их семена также могут быть стерильными или давать растения с непредсказуемыми характеристиками. Технически, блокируя свои сорта, семенные транснациональные корпорации могут помешать садоводам воспроизводить свои семена и тем самым сохранить свою монополию на рынке. Эти технические механизмы усиливают правовые нормы, запрещающие свободное размножение семян. Все эти сорта защищены правами интеллектуальной собственности, такими как право собственности растений и патенты. Чтобы начать производить свои собственные семена, семена должны быть из сортов, которые опыляются в открытом грунте. И если возможно, из органического, биодинамического или агроэкологического сельского хозяйства. Природа очень щедрая и в целом обеспечит вас гораздо большим количеством семян, чем вам понадобится для собственного использования. Излишки могут быть переданы другим или обменены.